Раньше я думал, что опыт – это очень мало, но на самом деле вот здесь для меня поменялось в принципе мышление о том, что такое опыт. Я попал в несвойственную для себя среду. Я служу в драматическом театре, а здесь я был в спектакле движенческом. У нас был пластический перформанс. Это меняет мышление на просто на 180 градусов разворачивает, и ты начинаешь соображать по-другому. И я очень благодарен школе за то, что она помогает взглянуть, так сказать, с другой стороны на искусство, на себя, на все, на людей. Вам желаю счастья, родные мои. Будьте счастливы, здоровы и дерзайте. Спасибо вам. Наш Петр Айду, он заставил нас расширить свое сознание и научиться видеть и слышать, главное, неслышимое, то, что мы раньше не замечали, то, что мы не обращали внимания на это. Я увожу море приятных впечатлений, память, знакомство с сотней других великолепных, классных, вы крутые людей. Наверное, самое главное, это нам Николай Владимирович Коляда сказал такую фразу, не его фразу, но он ее часто повторял, что театр – дело веселенькое, что этим наслаждаться надо, что надо кайфовать на сцене, и что не надо настолько всерьез себя воспринимать. И мне кажется, это самое какое-то главное, чему я здесь научусь. Люди совершенно прекрасные, и я уверена, что я буду поддерживать с ними связь. У меня вот несколько человек приедут в Финляндию в августе к нам на фестиваль. Вот, так что какие-то, мне кажется, долгая дружба будет хорошая. Бутусов или Писарев? Бутусов. Чай или кофе? Кофе. Пойти спать или на костер? Костер, конечно. Потом все равно спать придется. Это был Евгений. Это Азамбай. Новый Пушкин, новый стиль, я сажу свой Бэтмобиль. Новый Пушкин, новый стиль, я сажу. Что я увожу с собой? Во-первых, уверенность в себе, которая мне очень была нужна, актерская уверенность в себе, благодаря, опять же, тем тренингам, которые происходили, этюдам, которые мы делали, и очень круто, потому что я сюда приезжала работать, а не веселиться, и очень круто, что мы работали каждый день до часу ночи, даже когда мы поздно заканчивали, у нас все равно были свечки, мы обсуждали, что произошло за день, что бы мы хотели, что изменилось, что у нас в душе. Объятия заключают любовь. Дарите любовь и будьте готовы ей делиться. Аллилуйя, ребята! Аллилуйя! Вообще я увожу с собой маленькую, большую жизнь, которая теперь навсегда в моем сердце. Это место, оно прекрасное. Здесь прекрасные люди и прекрасные педагоги, режиссеры, с которыми удалось поработать. Я попала туда, куда нужно, прокачалась мощно в профессии. Мне не верится, что вот уже... Завтра я окажусь ночью дома, а утром я проснусь, и не будет ни ребят, не будет ни завтрака, не будет вот этого леса дивного, и я буду дома, в квартире, и я не знаю, как, что делать, как существовать дальше, это
Ну, это рай для актера. Это очень здорово, что существует эта школа. Очень жаль, что можно попасть один раз, но зато это так метко и очень ценно, и в душе навсегда останется.